Следующая новинка, которую мы презентуем в этом году, это ружье Пеленгаз Эко с уменьшенным по длине надульником и каленым гарпуном и скользящей втулкой уменьшенного диаметра. То есть, уменьшая диаметр скользящей втулки, мы уменьшаем лобовое сопротивление при выстреле, тем самым повышая эффективность выстрела. И, естественно, увеличиваем проникаемость при попадании в рыбу, что невероятно важно по такой прочной рыбе, как сазан или сом, когда стреляешь его в голову. Многократно уже проверено, что в основном останавливается гарпун на скользящей втулке. Мы уменьшили площадь соударения или соприкосновения, площадь поверхности уменьшили на 30%, уменьшив диаметр. Втулка стала легче, меньше звук при выстреле от соударения скользящей втулки и хвостовика, меньше расклепывается, дольше ходит. И это решение мы предлагаем именно на ружье Пеленгаз Эко. Но есть небольшой нюанс. Партия таких ружей ограничена, потому что мы таким образом подвели определенный рубеж, сделали, можно сказать, юбилейный выпуск данной модели, и она будет только в определенное количество штук будет на рынке вот именно в такой комплектации. То есть ружье Эко, но с каленым гарпуном и с уменьшенным надульником в габаритах и с уменьшенной в диаметре скользящей втулкой. То есть это не будет постоянно в продаже, это ружье, но цена при этом практически не повлияет, то есть вот эти вот улучшения практически не повлияют на цену. Это специально было сделано для того, чтобы как бы отметить там наши внутрифирменные какие-то достижения, отметить вот выпуском такой модели.